на True Range. Ваши аплодисменты, Eternal Envy! Дальше, чуть-чуть дальше по камере NoTail, но на него не обращайте внимания. Дальше игрок команды Evil Geniuses. Играть будет на Свене. Fear! Посередине игрок команды Alliance будет играть на антимаге Лода. Дальше капитан команды Secret играть будет на Энигме Пупей. А у команды Na'Vi Дэри играть будет на Пудже. Играть будет на Пудже, да. Ну и против них. Давайте еще покажем другую команду, потом уже перейдем в игру. Против них команда имени года. Ближе всего к вам играет на Рубике игрок команды Secret Куроки. Дальше игрок команды ЕГЭ, лучший минер планеты, Артизи. Играющий на кунке игрок команды Тинкер Синг-Синг. Вот такой серьезный, играющий на самом фановом герое в истории Доты на лайфстилере Хвост! Ну и вы сами знаете, на ком играет Адмирал Бульдог. Ваше последнее, Адмирал Бульдог, профет! Посмотри, что происходит тем временем тут в лесах, полях, океанах. Но тут происходит настоящее тут дота. Тут нечто. Это именно то, что мы называем дота. Ой-ой-ой, ты посмотри на этого партизана. Такой партизан-переросток, знаешь. Так, опять-таки, игроки нас слышат, но нам пофиг. Нам вообще абсолютно фиолетово. Партизан реально в позиции, смотри. Смотри, бульдог пошел. Опа. Да, окружают, играют. Нет, бульдог уходит. Смотри, а пенек-то видит Envy. Пенек всех спалил. Ну, бульдог не потей, ну ты чего? Качать. Подожди, ну бульдог все нормально. Смотри, бульдог спалил вообще всех. О, по моему гайду. Красава, Артур. О, нормально. Все пошли читать гайд НСа. Все отлично. Так, Лода. Ну, в миде у нас просто ПВП. Слушай, до конца надо было. Давайте по линиям. Итак. На топе у нас стоит Артизи против крипов. Минирует при этом он магазин. В миде у нас Соломид Антимах. Так, тут какая-то война. Соломид Антимах против Соломид Кунки. Здесь уже пир пошел с Дэнди. Так, Дэнди начинает получать. Кстати, слушай, а тут опасно. Куроки сейчас светится. Куроки поставляется. Хвост рядом. Дэнди начинает нападать на Куроки. Подняли Дэнди. Дэнди динается. Не может хвост делать. Форсблад. Но там тем временем забирают Куро. И Фир. Размены пошли. У Фира классный скилл прокачан на первом уровне. Очень полезно. Он закричал. И его меньше стали бить. И гениально. И он убежал. Слушай, гениально. А счет-то 1-1. Ну, все верно. Разменчики. Все как положено. А Артизи на фрифарме? Ой-ой-ой. Это, кстати, опасный момент. То, что... 32 года. Не, давайте ему не мешать, давайте просто... Давайте мы про него забудем, как и все, а потом он всех убьет. А потом мы вспомним про него, когда он сделает рампашку. Вот это будет круто. А прикинь, на туре сделает. Вот это будет весело. Окей. А ты сомневаешься? Слушай, а у Лоды-то крипстат самый большой. Лода-то решил выиграть эту игру. Ну, правильно, а что... А что бы и нет. Какой? А, Лода, слышишь, Лода-то запотел в мид, стал шилдом. А что ты думал? А с чем бы ты пошел в мид вообще-то на антимаге? Я бы не пошел в мид на антимаге. Ты бы не пошел в мид. Ну, поначалу меня никто не позвал бы в Лол Старс Матч, понимаешь? Кто его знает, а вдруг бы за тебя проголосовали. Мы, кстати, можем, я не знаю, правильно ли это, мы можем назвать людей, которые набрали меньше всего голосов. Кстати, да, можем. Это, кстати, серьезная такая заявочка. Вот тоже рекорд. Ну да, это тоже рекорд, я не знаю, стоит озвучивать тех двух человек, которые набрали... Опа, да? А вы не будете смеяться? Да, конечно. Я прям вижу. Нет, они пообещали, что не будут. Не будут. Ладно, я это никто не будет, никому не будет смешно, потому что это трайхарды, пишет Envy. А меньше всего голосов набрал игрок команды Virtus.pro, Йол. Ну, давайте мы похлопаем, да? Вы знаете, в NHL есть такая фишка, как драфт. Там есть All Stars, на All Stars, типа, команды себе выбирают. Артизи, за Envy. Ну. Смотри! Артур, ну это физический урон, у него армора вагон. Да нет, слушай, мало.
все нормально. В миде. Миде лоду, кстати, убивает. Хороший закуп. Лода есть блинк, лода есть блинк, лода тут уйдет. Да, тут Эдви как раз и пишет, что ты, в принципе, самый плохой игрок на миньоре, так что тут Эдви недалеко от правды ушел. Ну, вообще да, но Эдви тут что-то... Ты смотри на запак Эдви. Ой, реально четкий запак, он против миньора закупился, это же армор дают носки. Вот запак у Эдви просто гениальный, вот реально лучший в этой игре, сейчас прокликаю всех остальных, может, у хвоста тапок, тут тапок, у Фуриона тапок, смотри, Артур просто демонстративно заходит и минирует. А что ты сделаешь ему? Он меня... А, иди него... сюда. На, в натуре. Не, Артур нормально. Артур все, у него все по плану. У него, кстати, самый большой крипстат на карте, не считая Пупея. А Пупей тоже, я смотрю. А где вообще Пупей? А, кстати, да. Он вообще играет? А, но он фармит лес. Фармит лес. Бульдог летит куда-то. Что происходит? Убивать, убивать. Да-да-да, смотри, тут почти готовы. Так, прилетает бульдог, начинает ломать. Опа, 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 Арчизи, Арчизи. На вышечку развернулся, все нормально. У него армора много, он тачит, смотри, у него 7. Давай! Давай, Артур! И Артур! Артур! И кто теперь худший игрок, да? Да-да-да. Так, ты смотри, вчетвером вышли, сейчас будут пытаться забрать тауру. Артизик, кстати, пятый левел тем временем, если что. Есть ТП. ТП, если... О, вода! Вода! Нет, не делай это! Не делай! Очень хорошо подрезает минерочка. Ну и там подходит уже Энн и начинает наваливать. Синг промахивается торрентом. А Лода просто райт-кликом идет и бьет лица. Синг, Синг и... И... Бум! Распочинился. Отлично. Тут, конечно, очень хорошо Синг заманил. И ты смотри, и Кроки-то зарабатывает еще на Рубике. А у Кроки-то просто пятый уровень, он фейт болтом нормально шел. Она пишет all the streak in the book. Действительно. Ну, кстати, нормально. Кстати, да. Действительно. До этого он убивал, до этого он вообще хоть кого-то убивал. Он не убивал там никого. Смотри, бульдог, продолжает. Ой, да ладно, бульдог. Да ладно, опа. Нормально, забирают. Так, что-то тут Даня решил тоже подпадеть, но, возможно, просто сейчас себе уровень чуть-чуть. А Дани-то не видно пока в игре, Даня. А где вообще путь? Где хуки? Даня хочет отомстить за прошлые игры, где все остальные потели, а он фанился. Все. Говорит, ну сейчас. Я у Дани хоть один в своей жизни шоу-матч выиграл, мне интересно. Думаю, нет. Ну, потому что он реально играл шоу-матч. Смотри, ну Тейл объясняет, что делать. Смотри, ну Тейл в натуре переживает. Я бы на его месте просто выгнал бы кого-то и сел бы шпилить вместо него. Кстати, да, большой папочка может в любой момент. Так, Тавр забрали. Тем временем, смотри. Мне очень нравится вот эта табличка, которая намекает, что не подходи, убьет. Так, где, а почему у нас, где вообще даггер в Артизе, я не понимаю. Че вообще происходит? Не, погоди, он тоже потный. Потный мод включил. Ну, Дэнди берет 6-й левел, это ясно. Как только он возьмет 6-й левел, будет намного веселее. Стрюсинг. Видит Энви. Ну, Энви просто, ты шо? У него 8 слиперсов агилити. Куда на его? На руки, на ноги, на все у него есть тапки, так что... На голову можно надеть вот этот большой. Да-да-да-да. Так, ну и тут смотри. Готовятся нападать. Нападают на Фира. Фир. Станчика откинул. Хвостат немножко потолкали. Ну и... Фира поймали. Хвост. Взрывайся, Артур, давай. Бабах. Артур! Бабах! Хорош! Изи катка. А тут пришел Лода. Лода сейчас будет решать вопросы. Куроки уже решили. Ой, ДД. А у Лоды ДД. Смотри, как он нарезает. Больно, больно очень. Ой-ой-ой-ой. Лода. Мины. Лода. Мины. А мин-то нет. Да-да-да. Нормально, нормально. Тут отличные побегушки. Ну все, все. Стан. Все, поймали. Не, ну это нечестно. Это как Артизи пришел. Ван одного вообще не попадал. Артизи пришел. И это, кстати, аккуратно. Тихо-тихо. Лода ультом убил. Эх, Артизи купился. Байбек от Синсинга, если что. Все понятно. Ну, волевой же ж. Волевая. Так, где Дэнди? Где Дэнди? Солринг есть. Дэнди взял левел. Все, Дэнди взял левел. Уходит, смотри. 6-й уровень. И у Дэнди в курице что-то летит. Сейчас будет беда, ребята. Сейчас Дэнди пойдет в драку. Да-да-да. Чувствую. И... Нет, тут такая тишина. Я так подумал, может, не стоит так делать все-таки. Да. Дэнди реально потеет. Они же все слышат и так далее. А мы сейчас будем палить. Надо взглянуть на бульдога, мне кажется, который тоже... Ну, так, я не понял. Что это такое? Что, бульдог? Что такое? Не, вот, смотри, что это такое? А, слушай, что это такое? Ага. Это... Дота Компаньон. Это, кажется, Сайбермэд балуется с кодом. Дота Компаньон. Надо подсказать командам, что это что-то. Компаньон стоит. Это что-то, я не знаю, я такого еще в доте не видел, это что-то. Хоки вот опять!
Наконец-то, наконец-то. Мы думали, что минер у нас будет появляться неожиданно, но неожиданно появился Пуч на карте. Да, вот так. Партизан. Вот. Партизан из-за угла вышел. Ой, а Лода. А Лода-то, кстати, 3-1 имеет. У Лоды вообще все прелестненько. Так, ну нас пока интересует компаньон. Сейчас кто-нибудь его заметит. Смотри, он оранжевенький. А, это Иисус. Артур, посмотри, посмотри, чуть выше. Правее. Так тихо-тихо. Что, это? Что это такое? А что сделать-то можно с ним? Это не знаю. Опа, мы потом здесь увидим. Я не знаю, может он во что-то превратится. Лода убил. Лода убил компаньона. Ты что творишь? Лода. Лода, что это было? Что это? Вай. Кого он убил? Нормально. Лода, подожди, что за фигня? Пока непонятно. Не знаю. Так никому непонятно, в том-то и дело. Просто что-то ползает. На миде слышишь, на миде слышишь. Это Ancient. Это Ancient Radiant. Это Лода поставил, походу, слышишь? Он убил компаньона, и Ancient вырос на миде. Так, я не понял, как что? Что вообще происходит? Просто так, погоди-ка. Сайберкмен, объясни правила. Что это? Мне кажется, никаких правил. Это на нем написано, что это Radiant. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Рубик. Ага, вот оно что. Так, у Куроки, Бенди хукирует и отлично забирает. Жди, жди, жди. Ждем, ждем Куроки. Куроки летит. Смотри, Куроки. Опа! Нежданчик залетает. Действительно, неприятно. По-моему, у Куроки появился маленький плюс. Да, пятый догон. Давайте, смотри, там Бенди сделал даблкилл. Смотри, Куроки. Блин, отличная игра от Куроки. Ты посмотри, как он... Ты посмотри, что он делает! Что он делает? Боже, это лучший игрок! У него в догоне нет кулдауна, это нормально вообще, ребят? Да, вообще-то у него ни на что нет кулдауна. Это Rampage! Rampage! Так, я смотрю, там пошла жара у нас, Дэнди. И... почти. Даня сейчас заметит все-таки, что у него что-то не так с героем. Я вообще не понимаю, что происходит. Так, я предлагаю отдалить камеры на максимально возможное расстояние так, и наслаждаться. Что, Дэнди, Дэнди. Читы работают. А, понятно. Нормально, нормально. И самое главное, что кто-то об этом узнал только на 10-й минуте о том, что читы работают. И смотри, смотри, там просто хвост. Опа! Ты блокхол! Очень качественно. Слушай, а хвост-то 122 минуты в таверне и нет байбека. Минуты? Секунды. Ну, блин. Ну, слушай, тут за 2 минуты можно вообще всю базу раскатать. Не, все нормально. Ой-ой-ой, Артур. Артур, понимаешь, он просто пришел, поставил пакован мир. Так, пацаны, вот. Все умирает. Да, да, да. Ничего не понятно, что происходит вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рошаны с арфами просто не готовы. Почему Рошаны с арфами? Откуда они плодятся в этих количествах? Посмотри, Свен, 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 пошел, пошел! Свен по-братски. Что вообще происходит? Что это белое? А, это Кура просто заспамил Шиве или что это? Да-да-да. Рошаны побеждают пока в игре. Слушай, это просто война миров. Не, нормально. Просто вот те три ноги, которые вы видели, это все мелочи. Сан купил рапиру. Сан купил рапиру. Сейчас будет. Я его искренне поздравляю. Против него играет 200 рошанов. Типа, толк из него. Не, подожди, эти рошаны играют за него. Они играют за всех и против всех. А тут сейчас игра закончится, лол. Если вы сейчас идет трон. Что там? А, там рошаны ломают? По-моему, Сайберквет переборщил. Немножко. Самый. 3-2-2. Не, ну погоди, тут не, все игра еще продолжается, да, правда тут... ничего не понятно, все просто стоят на ПК. Слушай, у этих рошанов по 70 дэмэджа, как бы. А, это слабые рошаны. Не, там есть по 370, вот с арфой он жесткий. А, он арфой лицо разбивает. Рошаны пашат трон, это нормально вообще? Смотри, ну фир. Смотри, они в натуре пашат. А тут тоже пара упорных пацанов забежала. А, тут с арфой ломает. А нет, они не могут бить. Там твара еще стоят. Это свои. Надо Т2 точки. Изи катка. Все-таки это изи катка. Да, это хорошая победа. Один победитель в тайчас. Это самый важный момент. Кстати, да.